сидела на пляж, ребенка сидела. Ты меня слышишь, мальчик? Слышу. Сознание. Сознание, мальчик. Хорошо, сознание. Да. Положим, Виталий. Осмотр, видим активное кровотечение. Он кричит, успокойся. Подбор размера воротника. Видимые травмы. Да, как видите, есть травма. Сейчас посмотрим. Есть видимые травмы. Хорошо. Посмотрим. Поднимай. Мальчик реагирует на боль в этом месте. Кровотечение. Как видите. Дыхание, пульс. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пульс 100, дыхание 24. Хорошо. Сколько возраст примерно? 5 лет. Что случилось, папа? Да, 5 лет. На место потом за пивом. Холодовой элемент. Смотрю, машина влетела. Кислород фиксирует. 8 литров за минуту, 100%. Он начал кричать за ручку. Сколько лет еще раз, пожалуйста? 5 лет. Сколько килограмм весит? 20-22. Аллергия на что-нибудь есть, папа? Нет. Когда последний раз кушал? Ноги, руки. Сейчас пили чай. Живот. Осмотр грудной клетки. Бедра. Кожа и, видимо, слизистые на ощупь. Норма. Течение трахеи, набухание шейных вен. А не закария, ликвария? Таз норма. Нет, не закария, не ликвария. Бедра. Я зрачков на свет. Симметричная. По шкале АВПУ. Бедра не баллотируют все ровно. АВПУ. По шкале АВПУ. Боли нет. Алерт ответил. Хорошо. Вверх лево, вверх право. Норма. Зона сердца хорошая, ощущение, перекуса ничего не дает. Все чисто, ничего не блокирует. Все чисто, ваша мать, ты чувствуешь твою руку? Нормально. Алена, помощь нужна? Вот так, там что? Димакума, ничего не снимать, все нормально. Удар машины. Хорошо, смотрим спину. Я держу голову, повернусь. Форма, форма. Форма, форма. Форма, форма. Форма, форма. Ребенок великий. Хорошо, с мячом не отрахили. Нет, нет. Шейный вена попался. Спасибо, Светлова. Хорошо, а вы что так делаете? Оценка ритма ребенка. Синусовая тахикардия. Какой вес? Вверх справа. Везикулярно. Хорошо. Стабильно. Живот. Живот мягкий. Бедра. Бледные, мраморные, холодные на периферии. Бедра. Голени. Чувствительность конечностей. Верхний нижний. А готовы?
громко кричит и на ваши манипуляции дергивает. Хорошо. Вена стоит, Алена? Вена стоит. Сатурация была? Сатурация есть. Виталик, набирай на углубь. На углубь. Давайте в Вену. Сколько будет? 3 на килограмм. Ой, Сережа. На лбу фигурку 5 килограмм. На килограмм. Надо помощь, давай, иди, Костик, иди сюда. Оцени ребенка в динамике. Сейчас, все я нормально. Я померяю, иди сюда. Давление померяю, иду. Иди сюда. 7400. Сел, повторный осмотр, АБЦД, все пошло. Голову сел, голову держи. Ребенок в порядке, как он? Скажи. Ребенок, так, ребеночком. Стоять. Ребеночком все хорошо. Ворот залит. Нормально. Дыхание нормально. Раз, два. Раз. 0,1 миллиграмм на килограмм. Кислород. Возраст. 2 месяца. 2 месяца? Хорошо. Дадим. Давайте 3 литра за минуту дадим. Поток включаем 100% кислород. Маску оригинальную? Нет, маску. А, маску на. Что, вкратце расскажи. Тахикардия 200. 200? Ритм проверили? Да, синусовая тахикардия. Что, травмы, повреждения? Ожог, обожженный. Какой процент? Это больше 20. Уже не чисто обожженно. Назад. Смотри, я не закрываю. 18. Ноль. Дыхательные пути чистые? Как у нас давление? Сатурацию сделали? Сатурация 96. Глюкозу. Хорошо. Температура 30. Не надо по пульсу. Пульс периферия, пульс центральный. Отстань. Пульс периферия. 16. 4. 100. 22. 22. Вес ребенка. Спроси сэмпл. 4. На 22, 88, на 4 килограмма, 166 и еще 320, суточная, пополам, 160. Давление какое? Давление 74 за последнее время. 70. Хорошо. У вас осталось 2 минуты. 2 минуты осталось. Инфу, Иван, Вена есть? Сделать болюс, ну, максимальную скорость, какую позволит катетер, сделай мне 10 мл на килограмм. Сможешь? Обезболила? Да, повязки наложила, все осмотрела, делай инфузию. По глазу проверяй, БТУ проверяли, асимметрия, мезокария. Последний раз кушал. Чем болеет? Глюкозу мерила? Мерила. Хорошо. Чем ребенок болеет? Какие-нибудь лекарства принимать? На учете ли состоит? Когда последний раз кушал? Что ребенок кушал? Что случилось? Расскажите более детально мне. Подорвалась к ребенку старшему, обвела ребенка в машину, чай пила горячий. После введения Набухина не отмечаем ли нарушение? Дыхание стало с 50, стало 32. Нормально. Считал только, что после дыхания. Пульс что? На фоне инфузии обезболивание. Хорошо, пусть будет так. Давление перед меня. Меряю. Доктор, меряю давление. Меряем давление. Манжетка инфузию пока оставили. Пару капель в минуту. Чисто для вены, доктор. Он есть у него реакция на. Ну, да, видно, что ему больно. Мы видим, что ему больно. Он уже не так кричит, он лежит. Хорошо. Хорошо. Темпл, АБЦД. Чувствительность проверили, подушный рефлекс. Температура. Симметричная. Хорошо. Давай быстрее, что стоишь. Так, хорошо. Слушала. Стас смотрела. На чего катетер ставим? Мальчик, девочка? Вопрос у меня. Все, вам помогли? Так, что? Мочевой катетер. Катетер мочевый. Мальчик, девочка. Поставим вот этот анисенько. Санационный зонд, что пойдет и такое. Вам помощь нужна? Занимайся своим. Все хорошо, мы помощь ему оказали. Звоним, вызываем вторую бригаду в помощь. Вызывали? Вторая бригада, 2 пострадавших. У нас ребенок. Один с ожогами, 22%. Стоп сценарий.